Евгений Аменев почти 60 лет учит детей самбо. Среди его воспитанников множество мастеров спорта, чемпионов России, победителей европейских и мировых первенств. Сейчас он воспитывает новое поколение чемпионов из Тольятти. В Самару приехал с ребятами, для которых это был первый официальный турнир. Будем обязательно подсказывать. Учиться – это любое соревнование, это учеба. Это как-то, как мы им всегда детям говорим, дом строится кирпич на кирпич, строится дом. И это также от каждого соревнования они будут что-то принимать. В учебно-спортивном центре «Грация» прошли соревнования Самарской области по самбо среди детей 11-12 лет. Турнир проходил в честь столетия физкультурно-спортивного общества «Динамо». Владеть приемами самбо – одно из главных навыков для любого сотрудника внутренних войск. Ведь, как говорят ветераны ведомства, самбо – это оружие, которое всегда при тебе. Этот вид спорта накладывает на характер человека. Как называется? Это уверенные, мужественные, надежные ребят, которые могут постоять и за себя, и за свою семью, и за свою родину, естественно. Юноши и девушки были разделены по весовым категориям. В каждой из них определяли призеров и победителей, которые получили медали и призы от регионального главка МВД. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.